эти вот две, это галлюцинации, вот эти вот две розоватые по краям. А вот это вот над столбом уже 5 минут стоит в небе. Вот эта вот штука. А вот эти два пляшущих огонька по бокам розовых, это не, ну как бы это какие-то отсветы в камере. А вот эта вот яркая, она, короче, посередине тут стоит, вот здесь столб. Я вот так поднимаю глаза по столбу и вижу. Что это? Люди добрые. Ну, это факт, не самолет. Не какой-то зонт. Потому что он стоит, ё-моё, он просто стоит в воздухе, яркий огонь. И это не звезда, 1000%, потому что звезды вон они мельче. А это просто какой-то огонь, вот он. На самом деле в Ангарске очень много всяких таких моментов, а еще больше в Бурятии, на Оршане этого можно увидеть. А в моей жизни это уже не первый случай, но тут первый раз, когда я смогла это заснять. Чё, где машина? Мы такси просто ждали на улице. И вот увидели.